Всем доброго, варвар господа, с вами Сиварим, и сегодня у нас необычное видео, связано с Gamescom, ну и, конечно же, с игрой, которую я жду уже, не знаю, с 2012 года, как узнал об ее выходе, что ее, вернее, разрабатываю. К сожалению, я не знаю, когда она выйдет, и, скорее всего, уже, наверное, в 2017 году. Какой квартал именно, пока что неизвестно. Друзья мои, игра Mount & Blade 2, это у нас вторая часть, Bannerlord называется. Мы видим сейчас в данный момент, то есть нам разработчики показывают, как вообще происходят штурмы, осады и прочие немаловажные мероприятия. Так называемые, да, мероприятия, да, называется. Друзья, ну, так себе можно сказать, то есть все просто прекрасно, нет никаких багов, лагов. Нам разработчики еще с далеких, там, 2013 годов показывали, как они вообще все это дело рисовали, как делали графику, как делают физику. Ну, действительно, очень красиво и очень просто, качественно проделали некоторые анимации. Да, понятно, что вид так, тот же от третьего лица, но это сама фишка такая, да, нашей игры. Мы видим, нас жестко обстреливают, и действительно, посмотрев этот ролик, мне еще больше захотелось этой игры. Действительно, вы смотрите, какие огромные сооружения к нам подвозят, и мы пытаемся отстрелить всех вот этих вот чуваков, которые тащат вот эту вот шнягу. Да, просто красота. Для тех, кто не знает, что это за игра, друзья, это игра про то, как ты начинаешь с простого крестьянина, либо там с лорда, либо ты там сын торговец, и просто вначале ты начинаешь только один. То есть ты там собираешь, ты сможешь стать бандитом, торговцем, либо еще каким-то, да, там, контрабандистом и прочим, прочим, да, и поднимаешься, то есть выполняешь какие-то миссии, заходишь в разные деревни, либо их грабишь, либо там как-то помогаешь людям, люди становятся, как говорится, более лояльны к тебе, ты можешь собирать собственную команду, собственную банду, из этой банды, может быть, когда-нибудь у тебя станет не банда, а какая-то армия, да, либо ты можешь присягнуть к той или иной империи, ну, не империи, а там королевству, да, и все это дело, ну, впрочем, как и во втором, ух ты, вы посмотрите, ребят, даже тут камень можно брать и швырять в эти пустые вражеские головы. Вы посмотрите, какая жесть, а? Бац! Обалдеть! Вот даже, даже такое есть в этой части игры. Кто ждет эту игру? Действительно, ребята, я вот ее очень долго жду. И я в свое время очень сильно ругал разработчиков. Думал, блин, почему они все молчат? Чего они там за этот, как говорится, примолчали, и, может быть, у них какие-то, видимо, проблемы какие-то с разработкой, или, может быть, бабла не хватает. Я с ними связывался, они со мной тоже связывались, и вы знаете, я даже им говорю, ну дайте хотя бы там закрытую альфу. Ух ты, ноги чуть свои не сломал. Они говорят, Римас, мы типа альфу тебе дадим, да, но не закрытую, когда уже там действительно что-то мы покажем людям, потом ты уже... Поэтому, ребят, возможно, в этом году, возможно, даже через месяц у меня появится закрытая альфа, конечно, с правами, чтобы я там играл, и какой-то контент более-менее так мы с вами посмотрим и рассмотрим. Но это действительно просто красота. Здесь мы видим какой-то толпняк жесткий, да? Словно хитерочки встретили Римаса и пытаются его побить. Либо фанаты какие-то там непонятные, да? Да ладно, шучу. Ну что ж, друзья, кровищи маловато, хотя есть какие-то там, да, анимации, есть какие-то брызги, но так или иначе, это еще не финальная стадия этой игры. Возможно, какие-то будут изменения, включая и графические, и механические, и полностью, может быть, даже переработан какой-то... Блин, как он долбит прям жестко, а? А интересно, по своим тоже идет урон, я так понимаю, да? Можно даже в настройках также отключать, либо включать. Да, нету расчлененки, я не вижу, чтобы там какая-то жесткая расчлененка была. Но так или иначе, мне кажется, после выхода этой долгожданной игры выйдут огромное количество модов. Игра будет поддерживать, кстати, модификации. И там уже начнутся более-менее такие нормальные анимации, да? С FPS-ом просто шикардосно. По заявлениям разработчиков, они говорят даже... я не буду, конечно, говорить точные видеокарты, но видеокарты, например, произведенные в 2012 либо 2013 году, на средненьких можно даже, то есть игра затащит. То есть здесь все зависит не только от видеокарты, но и еще и от вашего процессора. Вот, а по поводу того, игра поддерживает 32-битную систему, я не знаю, я не нашел эту информацию, возможно, она уже есть.
к тому моменту, как вы видите видео, может быть, она появилась. Но я считаю, я думаю, что эта игра исключительно только на 64-битной системе. Мы видим, здесь мы вообще полностью их расшатали, выгнали. Один чувак, по всей видимости, передумал их догонять и отошел к своему царю. А мы луком просто-напросто все это дело добиваем. Трупы остаются, они никуда не деваются. Графика просто шикардосная. Ну что ж, просто прекрасно, друзья. Я думаю, стоит ее ждать. Как вы думаете? Прямо сейчас у вас выйдет такая маленькая подсказка с голосованием. Нажмите, вы ждете эту игру или нет? Ну что ж, если какая-то появится информация, друзья мои, по поводу, там, не знаю, дата выхода игры, либо еще что-то, то вы обязательно увидите это все на моем канале. Если вы впервые, то обязательно подпишитесь. Подписка у нас бесплатная, без смс и регистрации. Ну, регистрация нужна. Ладно, друзья, с вами был Римас, это была очередная серия на нашем канале. Всем удачи, до скорых встреч. Не забудьте проголосовать и поставить лайкос. Всем пока.